Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Tower Conquest, защита башни. И что же, ребята, смотрите, я получаю сундук нефритовой империи. Давайте посмотрим, что в нем. Йоу, ничего себе. Неплохо, совсем неплохо, ребят. 50 000 и 350. Оу, классно. Так, ну-ка давайте-ка, ребята, мы с вами тогда посмотрим. Так, друзья, естественно, мы соберем подарочки со всех. И также не забываем отослать всем. Подарки отправлены. И два подарочка еще добираем. Солидно. Так, погоди-ка, у нас что? Ой, погоди. Че же я спешу-то? Вперед, батьки, как всегда, лезу в пекло. Поставь нам отметку «Нравится» в Facebook и получи 500 очков общения. На Facebook 500 очков общения. Блин, это круто, но не буду. Так, армия. Давайте посмотрим, что у нас здесь, ребята, можно улучшить. Оу, мы можем с вами пес храма. Конечно, разовьем. Получает третью звезду он у нас. Ох, шикарно. Также мы можем с вами улучшить всадника на журавле до третьей звезды. Опа, довольно круто. Смотрите, смотрите, наездница как будто бабуля, да, такая просто намакияжилась, намарафетилась и такая выглядит. Но все равно как будто старушка, действительно. Так, что у нас еще здесь? Я смотрю, что-то открылось. Ох ты, ну-ка давай, откроем. Это кто такой? А, это у нас башня, ё-моё, я уже думал, какой-то робот. Пчелиный пилон, редкий захватчик башни. Кстати, я, по-моему, ни разу такой не видел башни. Видел вот эту вот, но вот такого ни разу. Так, и что-то мы еще можем с вами здесь? Я не могу понять только что. Смотрите, стоит отметка, но я вроде бы... странно. Что я могу здесь улучшить? Да ничего, что вы мне завираете здесь? Так, квесты, запрос. Награда получена. Так, тренировка. Заброс, заброс, запрос. Опять запрос. И опять же их, ребята, отправляем. Так, бегите. И вы тоже у меня бегите, тренируйтесь. Блин, ну когда же я получу 40 уровень? Я хочу третью площадку, ребята, открыть себе. Так, результаты. Давай, деревянный мне звук. Плюс 15, ползун. Так, мы получаем 9 карточек оборотня, 5000 голды, 11 карточек башни и 13 карточек звезды смерти. Так ее назовем. Награда высшего уровня, 15 карточек вот этого пришельца главного. Неплохо. Так, бесплатно улучшили. А что мы здесь можем с вами улучшить, а? Абсолютно ничего. Ну что же, давайте, наверное, тогда уже приступим. Наверное. Подождите, глянем сейчас арену. Ой, нет, нет, зачем я? Противник найден, понятно. Но я сейчас не это хочу. Я хочу просто пойти в бой, ребятушки. В бой. И нам нужно с вами здесь сделать еще задание, вы помните, да? Так, здесь у нас все пройдено. Все чисто, все аккуратненько. Вот здесь. Остается только вот здесь, ребята. И кто у нас тут? 39 уровни. Ты посмотри-ка. Кого же нам тогда взять? Справимся, навряд ли. А эти тоже. Черт подери. Ну, попытаемся, ребят. Хотя у нас есть тоже псы. А что если мы с вами раскачаем их, а? Давай-ка глянем-ка для начала. Мы же заработали с вами пса. Тем более трехзвездочного. Так что я думаю, вполне... Так, тут у нас по максимуму все. Это хорошо, это радует. Так, где у нас армия? Вот она, наша армия. Кстати, мне бы еще немножко очков, карточек, и, ребята, мы бы с вами смогли бы вот этого вот рыцаря прапать, причем довольно хорошо. Так, где у нас пес? Он находится у нас вот здесь, да? По-моему, здесь. Да, вот он. Ну-ка, и будем его апать. Выше уровня самого игрока. Ну что же, хорошо, пес храма.
максимум. Можно, в принципе, его взять. Или же тут у нас остальные все по максимуму прокачанные. Так, и даже этот прокачанный. Что он только делает, этот храм, пес храма? Я не знаю. Так, самый быстрый, земля. Ой-ой-ой-ой. Ух ты, самурайчик у нас здесь. А почему, интересно, я не могу взять себе, грубо говоря, самурая? И пса того же самого, ведь должно же как-то меняться. Верно ведь? Вот я, например, хочу убрать лучницу и поставить. Как это мне сделать? Ну-ка. Слушайте, я уже позабыл, если честно. Ну как-то же, как-то это делается, черт подери. Армия, это все понятно. Ладно, ребята, не будем пока сейчас тут заморачиваться с этим сильным. Просто-напросто пойдем и наваляем им люлей. Возьмем, пожалуй, да, наверное, этих и будем брать. Поехали в бой. Загрузочка. Ух, продолжим. Поехали, ребята. Нужно как можно быстрее с этим делом нам справиться. Ой-ой-ой-ой, уже бежит, 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 бежит. Да где ж ты, лучница моя? Зачем я лучницу вызвал? Кто мне скажет, а? Это было глупо, а нет, хотя нормально, нормально, ребята. Справились. Ай, ниндзя, ниндзя идет. Сейчас они быстренько тут расклепают. И... Так, зомби, давай, пошел, 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 пошел. Бум. Всех к ядрени фени. Так, опять где-то там самурайка бежит. Слушайте, а мы, по-моему, да, наверное, будет выгоднее брать нам с вами немножко другую компанию. Так, давай, давай, быстрее, не получится, да? Тыч! Да, как-то не ахти, ребята, у нас вышло здесь, сами прекрасно видите, мы проигрываем. Ладно, хорошо, может быть, по времени уложимся, хотя я сомневаюсь. Так. Куда ты разогнался, а? Если бы не вот эти вот самурайки, вот эти вот ниндзи, которые так сильно раздражают, было бы вообще все зашибись. Слишком дорого у нас еще стражники вот эти вот стоят. Очень дорого, и их довольно быстро разбирают. Ну, взорвись ты уже, нормуль. Давай вызывать следующего. Нет, по времени, ребята, тоже не уложимся мы. 50 всего лишь секунд остается. Как бы мы тут ни старались и не мучились, ничего не получится. Как бы тут вообще не проиграть бы. Сейчас уже вот об этом стоит думать. Ну, естественно, ребята, они нас превышают. И тем более на сколько? На 3 уровня. У нас 36-й, а здесь 39-й. Но зато я получаю очень неплохо карточки псов этих храмовых. Бежит, бежит собака, а? Бум, убили, ну давай. Зомби взрывной хорошо, конечно, когда он заходит в кучу к врагу и там взрывается, там вообще замечательно все. Вот почему ты не можешь сразу, а, стрелять огненными? Нет, вот надо ей потихоньку, полегоньку, блин. Танкуля, эй, монетки пропустил, блин. Ну, дайте мне хотя бы это вызвать уж на дорожку, как говорится. Ну, может быть, и пройдем. Но, конечно же, без бонуса, ребят. Бонуса уже все, нам не видать, как своих ушей. Что-то как-то нам очень круто дают собак. Я имею в виду карточек собак. Упал. Ну, давай, 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 давай. Ох, как его хорошо прожарили. Отлично просто. Дай монетки. Ну, здесь уже, когда с нами, извините, босс, нам уже ничего не страшно. Единственная, конечно, проблема, что мы с вами все равно не сделали в чистую победу.
И, соответственно, карточек мы тоже с вами не получим. Печаль. Ну что же, я предлагаю тогда попробовать немножко другой вариант, другой командой сыграть. А точнее, вот этой. Не знаю, что получится. Но пока не попробуем, ничего не узнаем. Все равно атакуют гады замок мой, хоть ты тресни. Ладно, давайте по-быстренькому развиваться. Бежит, бежит, бежит чеканутик. Сейчас он получит у нас. Мы намного круче его здесь. Так, Франки. Вот поганится, выбегает, а? Ах, как же все-таки сложно. Как же все-таки здесь сложновато, ребята. Куда вы там разогнались, а, хлопцы? Получили свое? Все, ниндзя довыделывалось. Давай, 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 давай. Цапля, нифига там такая цапля, да? Ох, как хорошо бьет. Куда, 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 куда? Я что-то не понял, что случилось с этим? Куда-то назад побежал, я уже думал, сейчас будет нашу базу бомбить. Ну, вроде бы как обошлось. Давай, 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 давай. Ну-ка. Отлично. Монетки, вернитесь. О-о-о-о, карточка. Не успел я схватить карточку, блин. Самурайки, к сожалению. Ну что же, опять нам, что ли, не видать, а? Победы. Походу дела, да. Ты посмотри, этот... Во, хорошо как пошло. А почему заморозка не сработала, а? Непонятно. Так. Давай, 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 еще 46 секунд есть. Вдруг нам повезет. Что маловероятно, но тем не менее не будем сдаваться. Цапля, аист, как тебе там? Выходи, одним словом. Невозможно с этими самурайками, ребят, пройти. Просто разносят в хлам. Как я уже тут и старался, ничего не получается. Нас валят. В любом раскладе. Да получите вы все, а. Вот она, заморозка, сработала. Вот стойте и думайте теперь. Куда же он? Что он испугался? А-а-а, все, понял, это храмовый пес так делает, страх. Понятно теперь. Ну давай, 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 не подпускаем, ребята, их к себе. Дайте мне вот этого вызвать, моего костяного демона, и все, и будет им тут финиш сразу же. Так, бомбим, наверное. Давай бомбанем. Вот так. Нет. Как бы я ни старался, ребята, у меня не хватает. Не хватает энергии. Давай, давай, 500. 500 мне нужно. 500. И я вызову вот так вот. Фух. Ну, его, естественно, нужно прикрывать. Сам-то он здесь ничего особого не сделает. Его завалят. Ну, бомби. Вот так вот. Вот тебе и хера. Давай жарь этого говнюка мелкого. Самурая. А теперь полетела звездочка. Ой, звездочка. Фаербол, как. Нет, конечно же, фаербол, звездочка. Ну что, ребята. Да. Один все-таки мы выполнили. Без ущерба для своей башни. Ну-ка, где там карточка, что мы получаем? 11 карточек, ну, якобы копиносец. Слушай, я не знаю, мы здесь, наверное, никак не получится у нас здесь пройти. Поэтому я предлагаю, ребята, рвануть дальше. Погнали. И куда мы с вами телепортируемся? Оу. Так, завод у нас какой-то робототехники. Давай посмотрим. Ну, здесь вполне сгодится. Так что никого не будем менять. Таким составчиком с вами и рванем. Так, слишком близко мы тут друг к другу. Боюсь, нам будет тесно на этой территории. Пошли, роботеки мои. Ой-ой-ой, прикрылся он там щитом. Давай-давай-давай, пропиливай его. Оу,
Так. Ну-ну, хорош, хорош, уделался-то, ё-моё. Так, ну, смотрите, мой Франкенштейн здесь вроде бы неплохо пока справляется. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Защита только отлетела. Ну, блин, прикольно так, да? Ти-ти-ти-ти-ти на нем подошла. И давай бомбить. Ну, здесь, конечно же, мы пройдем, ребята. Без сучка и задоринки. Ну, давайте базу теперь бомбить. Давай, давай, давай. Пробивай, пробивай. Так, тигра вызовем. И фаербол запустим. Вот так вот. Продолжать, естественно, ребята. Так. Миссия вторая у нас. Здесь добавляется, ага, тот же самый пильщик, как и у меня. Хорошо. Ну, я больше чем уверен, что мы-то все равно порвем. Мой пильщик круче, чем ихний. Ну-ка. Ага, вызвал, давай глянем, кто кого. Конечно, мой. Да, вот здесь мы, конечно, слабы. Но он почему-то и тоже взорвался, этот робот, который там откидывал. Ну-ка, пригреем. Так, куда ты? Вот куда ты вышла, а, пила? Выделывается еще, а, гадина. Так, у нас есть фаербол. Мы его пока тратить не будем, ребят, пригодится он нам. Ой-ой-ой, карточка, карточка. Отлично, успел взять. Фух. Ну что, базенки, я думаю, сейчас будет хана, ребят. Ну, добиваем, добиваем. Не смотрим на нее. Есть. Отлично. Поехали дальше с вами. Пока энергия у нас не закончится, будем бомбить. Блин, жалко, здесь, по-моему, последняя энергия у нас осталась. Но еще есть отряд один. Об этом не стоит забывать. Угу. Давай так вот сделаем. Еще. Что-то никого не выпускает. Подозрительно даже. Ага. Вот так вот, значит. Хорошо, ладно, пускай этот робот тут летает. Черт, с удара снес. А ну-ка, бомбанули. Тигр. Да, я представляю, нежить. Тигры, нежить против роботов. И при этом мы еще рулим. Ай-яй-яй, вот эта вот фигня очень сильно бьется. Еще и оглушает при этом. Так, деньги взяли. Ну все, здесь я думаю, что мы разберем их. Все, начинаем бомбить базу. И... есть. Взорвали. Естественно, дальше. И тут еще, ну, еще два боя, и будет у нас сундук железный. 34 уровень. Ага, здесь уже добавляется хил. Так, у нас кончилась энергия здесь. Понятно, тогда давай вот на этот отряд переходить. Блин, хил, это, конечно, хреново. Вот этот вот робот хилящий. Ну, посмотрим, попробуем, ребята, что у нас тут выйдет. Так, у нас боевая жаба. Еще один танк. Ну, давайте сделаем так, посмотрим. Так, пильщик, иди отсюда. С удара его снеси, пожалуйста, с удара. Нет. С удара не получилось. Вон, 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 смотрите, хиллер пришел, а. И вот начинает хилить. А мы вот так тогда сделаем. А? Как оно вам, нормуль? Я вижу, что понравилось. Так, дай-ка. Где у меня там, никого нет, что ли? Почему-то никто не идет. Давай, лучница, стреляй. Сразу же погибло, с какого перепуга-то? Так, выходи, защитник, будешь защищать. Вот эту всю мелкую шелупень уничтожили. Демонтаж, квест завершен. Демонтаж. Так, карточку возьмем.
Идет, смотри, тык-тык, все, там шестеренки даже видны. Ну-ну-ну-ну, пробиваем, пробиваем, ребята. Времени, конечно, мало остается, но надо стараться. 58 секунд. 58 секунд, ребята. Давай, 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 все, нахрапом, напором, блин, я не знаю, как там. Как хотите, ускорение, да? Ну-ну-ну, жарим, жарим базу. Ай, не хотят, ни шиша, а. Давай базу, мне нужно 40 секунд уложиться. Ну? Отличненько, все, справились, ребят. Блин, монетки улетели, не успел схватить их. Ну что же, осталась еще одна миссия, ребята. Так, 35 уровень уже здесь. Блин, да что ж такое-то? А что в следующий? 36-38 будет? Несправедливо. Так, копим. Еще разок. Опять он что-то затихарился. Еще раз. Так, выжил. И сразу от хила сзади, да, запустил. Продуманный, продуманный, ничего не скажешь. Будем успевать, нет? Вот так вот точно мы успеем. Так, еще очков манны наберем. Вот этот попрыгун бесявый, а? Как достал уже. Главное, пульнет и отлетает назад. Пульнет и отлетает назад. И мы как бы достать не могут. Их ход просто так выпускают, потому что они бьют чисто в пустоту. Оу, тихо, 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 тихо. Главный пошел, ребята. Пошел главный. Ну давай, 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 мою. Вот. Лишь бы до базы не дошел говнюк этот. А то будет не айсово, ребята. Да что ж такое-то? Да и куда вы пошли-то, блин? Сейчас время пойдет, отсчет. Уже пошел. Уже пошел, сейчас будет взрыв, ребята. Но он не успел, мы взорвали базу быстрее. Хе-хе. Найсва, ну что ж, нам тут достается сундук робота. Так, 8,9 карточек. Плюс 4600 голды. Так, а здесь у нас рыцарская, значит, да, пошло. Отлично. А, что, уже и здесь энергия закончилась, что ли? Да ну, не может быть такого. Да, ребята, закончилось. Ну что ж, тогда на этом, пожалуй, мы и завершим этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. А на этом все, всем пока. И удачи!